Привет, друзья! Вы на канале Макс Джуниор. Сегодня мы играем в губку Боба. Погоня за формулой. Мы отправляемся в очень страшное место. Корабль голландца. Надеюсь, он нас очень сильно не напугает. И давайте начинать. Это будет весело! Первый уровень. Ты готов? Так, кто со мной отправится? Серьезно? Ну, давай пойду я. Что нужно тут делать? Сквидвард, я так рад, что мы снова идем вместе с тобой в это приключение. Тут очень страшно. Тебе не кажется? Обычный такой корабль, губка Боб, хватит трусить. Никто не трусит. Сквидвард, чего ты взял? Ну да, конечно, по тебе видно. Ничего не видно. Так, приспешники планктона, я иду за вами. Эй, что ты мне показываешь, Сквидвард? Моя флейта сама начинает играть, она чувствует рядом где-то что-то, где-то есть. Ты что случилось с тобой, с губка Боб? Сквидвард, что это значит? Неважно, губка Боб, я просто буду бегать за тобой. Сквидвард, ты мне доверяешь? Прямо так? Спасибо! Ого, там такой здоровый большой призрак, он над златом чахнет. Осторожнее, губка Боб. Прыгать не забывай. А, лопаточка. Ура, лопаточка нашлась. Сквидвард, бежим выше. Да-да, губка Боб, я понял, чем комментировать это. Ну, Сквидвард, я просто разговариваю. Посмотри, какие призраки. Вон он зеленый такой. Чекпоинт. Осторожнее, губка Боб. Спасибо, Сквидвард. Вот я нападаю, получай. Эй, здесь Гэри нам поможет. На-на, вместе с Гэри пойдете потом, без меня. Не упади, Сквидвард! Ого, как я удачно толкнул, не ожидал! О, сундук с монетами. Наслаждайся, губка Боб. Еще призраки! Оставь их в покое, губка Боб. Сквидвард, мы выбрались на палубу. Что здесь нас ждет? Все то же самое. Уклоняйся, губка Боб, беги быстрее. Я! Ага, попал, отлично. Эй, что это? Как ты думаешь, Сквидвард? Не представляю, ты на какую-то макаронину стал похож. Эй, ух, я! Это очень удобная форма. Теперь я могу вот так раскачиваться и дальше прыгать. Эй, вот я опять снова стал самим собой. Молодец, губка Боб, так держать. Ой, это работенка для меня. Спасибо, Сквидвард. Да, сейчас мы заберемся туда. Губка Боб, ну ты чего? Отталкивайся и запрыгивай наверх. Вон так. Эй, я понял, сейчас все сделаю. Спасибо, Сквидвард. Что бы я без тебя делал? Ай, губка Боб, даже не представляю. Эй, вот лопаточка. Теперь бежим вниз. Да-да, именно сюда. Вот они, она получает. Получил, да. Ну что, еще один дубль, да, Сквидвард? Эй, проще простого, смотри, я. Получил, да? Андер сказать ничего не успел. Да, губка Боб, ты большой молодец. Спасибо, Сквидвард, засмущал меня. На, получай, я разбил дверь. Смотри, Сквидвард, спустимся сейчас вниз, чтобы подняться наверх. Губка Боб, не вздумай тут падать. Тут пахнет финишной прямой, не хочется заново проходить. А, молодец, губка Боб. Да, мы закончили. Эй, уровень пройден. Как чудесно!
Это не так уж и страшно, как я думал. Уровень пройден. Новый уровень. Груз неприятностей. А теперь идем дальше. Опять я, Губка Боб. Тебя что, помощников мало? Ну ты чего, Сквидвард? Будет весело. Мне нужна твоя помощь, Сквидвард. Твоя игра на флейте просто завораживает. О, вот как. Спасибо, Губка Боб. Не ожидал от тебя такого. Ну как же так, Сквидвард? Конечно же, я восхищаюсь твоим мастерством. Хотел бы я тоже так играть. Губка Боб, я даже не знаю, что сказать. Не говори ничего, Сквидвард. Я знаю, я все знаю. Ты очень польщен. И ты тоже веришь в то, что я тоже так смогу играть. Да, Губка Боб, конечно, естественно. Сундучок так был хорошо спрятан, но мы его нашли. Да, Сквидвард, мы молодцы. Да-да, Губка Боб, смотри, здесь не ударься. Киа, получай. Мы спускаемся все ниже. Эй, тут монетки, будто за ними что-то спрятано, но ничего не спрятано. Посмотри, Сквидвард. Эй, работенка для тебя. Ага, вижу, вижу. Так, и куда дальше, Сквидвард? Откуда мне знать? А, вон, посмотри, наверх надо. Секундочку, Губка Боб, мы здесь уже были. Да? Да, и правда, мы открывали этот сундук, что... А куда нам тогда нужно? Давай вниз обратно. Давай, Губка Боб. Эй! Так, медузы, дорогие, не подскажете, куда нужно идти-то? Так, Губка Боб, но выход тогда только один. Значит, мы все там уже собрали. Нужно идти дальше. Да, Сквидвард, наверное, ты прав. Я думал, там будет лопаточка, но ее там не было. Значит, были только монетки. Пойдем сюда, Губка Боб. Тебе нужно превращаться. Уф-фу-фу-фу-фу, я снова такой роскошный. У-ху-ху, веревочный. Ага, как большие макаронины. Да, я и правда похож на большую макаронину. Эй, чуть не пропустил монетки, нужно их все собрать. А теперь дальше. Уху. Не зря тут это все висит. Нужно собрать. Может, я так и лопаточку найду? О, вот и она. Кто ж знал? Эй, тут не пройди. Сквидвард, ты что-нибудь видишь? Беги обратно, Губка Боб. Это самый простой путь. Хорошо, хорошо, Сквидвард, спасибо, что ты мне подсказываешь. Эй, ой, чуть не упал. Еще. Еще. Идем дальше. Тут мы много чего найдем. Эй, мы тут не были? Эй, Губка Боб, хватит комментировать каждое свое действие. Это немножечко раздражает. Извини, Сквидвард, ну о чем мы тогда поговорим с тобой? Ай, Губка Боб. Вот молодец, упал. Да-да-да-да-да-да. Извини, извини, я случайно. Опять! Губка Боб, да ты издеваешься надо мной? Больше не повторится, обещаю. Нужно попасть на него. Эй! Еще. Смотри. Мы разрушили стену, добрались до сундучка. Тут много монеток и вообще все классно. Да, Губка Боб, я понял, успокойся. Ну почему не прыгаешь? Прыгай. Тут две монетки. Зачем они тебе? Оставь их. Они очень нужны и очень пригодятся. Эх, Губка Боб, ну будем надеяться, ты прав. Еще как прав. Ага, конечно, я понял. Так, Губка Боб, и как там дальше? Смотри, я просто прыгаю по ним, и все получается. А, неожиданно. Хе-хе-хе-хе, все еще как ожиданно. Монетки собраны. Куда дальше? Ну, вниз, конечно же. Да-да-да-да. Эй, как открыть эту дверь?
Не представляю, Губка Боб. Видимо, механизм нам нужно еще найти. Давай найдем. Вот он какой механизм. Это от другой двери. Сквидвард, осторожнее. Давай дождемся. Нужно найти момент. Побежали, побежали. О, Губка Боб, не пугай меня так. На всякий случай лучше его вырубить. Эй, смотри, они тренируются сражаться. Это так классно. Я бы тоже хотел вместе с ними. Осторожней, Губка Боб, тут бочки взрываются. Будь осторожен, не хочется все заново проходить. Эй, пошли. Эй, постой, постой, постой. Я видел сияние. Нам нужно сюда. О, Губка Боб. Как удачно мы заглянули. Здорово. Хорошо, что мы заметили это сияние, да? Теперь у нас есть целых 3 лопаточки. Ага, теперь давай поднимемся вверх. Кажется, я видел тут механизм. А вот и он. Сквидвард, ты прав. Мы такая классная команда. Ях! Все разрушили. Эй, Губка Боб. Что, Сквидвард? Я вижу сундук, ты же про него не забудешь. Конечно нет, сундуки нужно забирать. Как думаешь, что это такое? Наверное, я не знаю, может какой-то секретный персонаж? Звучит логически, но очень странно. Эй, финишная прямая! Вот это неожиданно! И уровень пройден как удачно. Все 3 лопаточки собраны. И монеток мы собрали в достаточке. Почти что. Ай, 2-й уровень на корабле голландца уже пройден. Следующий уровень – пиратская жизнь. И на этом все, друзья. Оказалось, не так страшно, как я думал. Да, и как думал сам Губка Боб. В общем, спасибо, друзья, что играли вместе со мной сегодня. Подписывайтесь на канал, и тогда мы сможем играть во множество разных игр. И всем пока.